Компания Nealign анонсирует новую линейку радар-детекторов для тех, кому важно получить оптимальный набор функций детектирования по приемлемой цене. Первым устройством в этом списке вы увидите Nealign X-Scope 3700. Новый радар-детектор настроен на обнаружение всех типов полицейских радаров. Дополнительно установлен модуль, который отвечает за своевременное обнаружение полицейского радара «Стрелка». Обратите внимание на дисплей. Контрастный диодный дисплей позволит увидеть водителю всю необходимую информацию в любое время суток при любой погоде. Громкость радар-детектора регулируется кнопкой Vol и имеет 8 делений. В устройстве встроена функция автоприглушения звука. Через 6 секунд после начала оповещения о полицейском радаре громкость автоматически снизится в 2 раза, чтобы не отвлекать водителя от дороги. В коробке вы найдете крепление на присоске к лобовому стеклу. Также вы можете расположить Nealign X-Scope 3700 на торпедо на силиконовый коврик Nealign. Подключить устройство можно в прикуриватель или с помощью кабеля Nealign Fuse Cord бортовой сети автомобиля. В фоновом режиме на дисплее отображаются активные диапазоны частот и актуальный режим – город или трасса. Давайте поближе разберемся с дисплеем и настройками радар-детектора. На дисплее размещены 8 светодиодов, которые подписаны внизу соответствующими иконками. Первые 3 диода отвечают за обнаружение определенных диапазонов частот. Лазер, стрелка, совмещенная с К-диапазоном, и X-диапазон, совмещенный с КА-диапазоном. Далее вы видите иконки режимов «Город» и «Трасса». Последние 3 диода подписаны цифрами 1, 2, 3 и отвечают за мощность получаемого сигнала полицейского радара. Nealign X-Scope 3700 настроен на детектирование слабых сигналов, получаемых от маломощных полицейских радаров. Антенна радар-детектора более чувствительна к поступающим сигналам, что также положительно сказывается на обнаружении радаров на большом расстоянии. Если в вашем регионе нет полицейских засад с мобильными радарами, например, Визир или Беркут, мы советуем отключить диапазон частот XKA. Многие ложные сигналы происходят на этих частотах. На корпусе расположены 4 кнопки. Power Menu отвечает за включение и вход в меню. Dim – это кнопка изменения яркости и выключения параметров в меню. Vol – это кнопка изменения громкости и включения параметров в меню. City Mute – кнопка переключения режимов город и трасса, выхода из меню и быстрого отключения звука во время детектирования сигнала полицейского радара. Во время обнаружения полицейского радара X-Scope 3700 покажет, в каком диапазоне обнаружил излучение и мощность сигнала от 1 до 3. Чем выше мощность, тем ближе вы находитесь к полицейскому радару.